Моя маленькая, моя хорошенькая, ты проснулась, моя голубоглазая Анжелка, вставай давай. Привет, друзья, давайте поиграем в мою говорящую Анжелку. Она проснулась, моя сладенькая девочка проснулась. О, ты грязная, ты голодная. Зато какая красивая у тебя пижамка. Да-да-да. Ну ничего, мы тебя сейчас помоем, накормим и, конечно же, переоденем. Как же я люблю ухаживать за тобой, моя маленькая киска. Чистим зубки. Ах, какие глазки, какие большие. Ам, ам, ам. Так, 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 так. Быстро, быстро в ванную давай. В ванную ныряй. Мыло возьмем. И, конечно же, намылим тебя всю. Вот, монетки шелестят. Это хорошо, потому что за монетки мы купим тебе новый наряд. Новую помаду, новую тушь и новые туфельки. О, еще монетки, ребят, класс! У-ху-ху. Ай, Анжелка аж сияет. А кушать хочешь? Хочет, хочет, конечно, хочет. Опа-на, ребятки, мы на четвертом уровне. Та-да-да-да-дам. Конечно же, перейдем мы к дизайну платья. Посмотрим на очки. Но прежде, нам надо покормить мою маленькую Анжелку. Сейчас мы вот купим молочка, печенье. Так, чего еще тут? Посмотрите, тут у нас все закрыто, ребят. А чтобы получить морковку и вот этот вот супчик, или кашу овсянку, да, с фруктами, нам надо посмотреть видео. Ну, видео пока я не хочу смотреть. Поэтому давайте покормим мою маленькую Анжелочку печеньком и молочком. О, нравится, да? Ой, маленькая моя, кушай, кушай на здоровье. Так, печенька уже, наверное, хватит. Попей молочка. Ах, нравится ей молочко, ребят. Конечно, это же не бургеры всякие, да? Давай сок фруктовый. Ну, на десерт, я думаю, можно взять вот и покормить мою Анжелку вот такой вот супер вкусной конфеткой. А? Да, супер, да? Ну, на еще одну скушай. Ах, молодец, ребят, 100% у нас уже еды. Анжелка наелась. А настроения-то у Анжелки нету. А почему нету? Потому что она хочет примерить новые вещи из своего гардероба. Вау, давайте, конечно же, сразу это сделаем. Так, ребят, смотрите, дизайн платья бесплатно. Мы можем сейчас Анжелке сделать какое-то крутое. Ух ты, ребят, смотрите, платье. Блин, бомба, смотрите, я хочу вот это вот платье в сердечко. 25 бриллиантиков, офигеть, блин. Давайте просмотрим все варианты. Класс, 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 класс. Ну, это вот со снежинками такое, тоже новогодняя тема, да? Но, в принципе, и вот со снежинками красное. Не знаю, но давайте вот сердечки. Сердечки — это просто космос. Это мне очень и очень нравится. Я хочу это. Так, а что здесь? Рулончик какой-то. Что это значит? Так, 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 так. Вот и все, да? Смотрите, класс, супер, просто отпадное платье. Какие мы глазки можем Анжелке подобрать? Зеленые глаза подходят под это платье? По-моему, подходят. Но... А, желтые глаза тоже очень красиво смотрятся. А вот розовые, ух... Блин, ну четко. А вот глазки ангела. А если мы купим? А, мы купили, ха-ха-ха-ха-ха-ха. Супер, смотрите, какая красивая, просто отпадная Анжелка. Так, 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 что же еще крутого такого можно тебе сделать? Так, а тапочки? Снимаем тапочки, потому что они не подходят под такое красивое платье. А вы видите, мы одели платье и не видно тапочек. А ну, чик, чик. Так, сейчас посмотрим. У нас такое шикарное дизайнерское платье, что просто какие-то кеды или домашние тапочки нам сюда не подойдут. Так, ребят, нам надо туфельки. Нам реально надо крутые, прикрутые туфельки. Фу, золотые ботильоны. Ну, офигеть, хрустальные принцессы туфли. Это бомба, блестящие шпильки. Так, а есть что-нибудь, ну, такое, менее пафосное? Прям, я не знаю, все так. Золотое, золотое. А есть что-нибудь попроще, нет?
Ну вот, ребят, смотрите, туфли-лодочки красного цвета. А что у нас красного цвета? У нас-то красного цвета ничего нету. Ботинки в цветочек. Блин, я прям растерялся, ребят. Резиновые сапоги под наше платье? Да нет, конечно, это же не подойдет. Туфли на шнуровке. Удобные слепоны. Ребят, по-моему, слепоны должны подойти под наше суперское платье. Тем более, смотрите, Анжелке будет очень и очень удобно. Но, вот этих слепонов под ее вот этим вот красивым платьичком не будет видно. Поэтому все четко, все продумано, ребятки. Так, по прическе давайте посмотрим. Какая Анжелка у меня красивая. В каждой серии, наверное, повторяюсь. Но просто крутая кошечка. Ребята, молодцы, которые придумали эту игру. И образ Анжелы, он просто суперский. Котенок просто космо. Так, а вот, ребят, бомба, диадема и прическа такая, да? Для моей маленькой Анжелки. Это высший пилотаж. Блин, я хочу этого. Этот образ я просто хочу. Ну, тут можно и фиолетовый сделать, а ну давайте посмотрим. Нет, пусть будет нежно-розовая, просто класс. Так, Анжелочка, дорогая моя. Так, тут все закрыто. Ой, ну не повторяй, зай, ну я же видео тут пишу, а ты повторяешь. Так, и вот такие розовые щечки, а взять? Что значит навсегда? Вот такие вот, вот фиолетовенькие щечки мы тебе сделаем, да? И будешь офигенно крутой девчонкой. А ну посмотрим. Класс, да, ребят? Такой нежные щечки. Просто класс. Супер, просто, Анжел, ты... 1000 поцелуйчиков тебе, ты самая крутая китика в мире. Ба-ба-ба. О, Анжелка у меня подрастает, ребят. Крутая такая. Пятый уровень и ждем подарки. О, наклейки, фрукты, овощи. Наряд ботаника. Не одену наряд ботаника. Ты что? У нас новые крутые дизайнерские платья, а ты нам наряд ботаника предлагаешь. Наряд, то есть. Конечно же, не годится. Сейчас наклеим наклеечки и я думаю, что у нас откроются всякие туши, помады и так далее. Анжелка у меня подросла, поэтому моей маленькой Анжелке уже можно будет накрасить и губки. Вот видите, мы разблокировали тени. Очень прикольно. И тушь разблокировали. Вот классно. Супер, классно. Вот, а еще бы Анжелке машину, да, вот такой вот Rolls-Royce розовый. Был бы вообще классный подарок. Но это пока что лишь мечты. И серую шубку разблокировали. Ой. Оденем, обязательно оденем, примерим, посмотрим, как ты будешь в ней выглядеть. И рыжая шубка. Супер, ребят. Ну, не знаю, мне на самом деле сейчас ничего не хочется мерить, потому что... Белая шубка, блин. Так у нас... А, тут черно-белая шубка. Смотрите, Анжелка просто классная. Она просто козырно крутая. Смотрите, а вот я на санках чусь, как всегда. Анжела просто... Ребят, у меня такое слово просто, да, такое плохое слово, которое я постоянно повторяю. Надо зубки почистить, потому что как же такой красивой кошечке куда идти с такими некрасивыми зубами? Все в листьях шпината. Оп, тут любительница поповторять за мной. А ну потанцуй, как ты будешь танцевать на дискотеке. Ой, класс, вообще классно, да? Так, держать. Так, ребят, ну что, будем, наверное, Анжелку уже ложить спать. Смотрите, ну, это я ее буду ложить спать, это значит, буду заканчивать серию. А моя Анжелка, на самом деле, наверное, куда-то сейчас пойдет в таком красивом дизайнерском наряде, да, от Томика. Ну, ребят, как вам понравился вот такой вот, смотрите, дизайнерский наряд? Вот такая вот красивая диадема, очень, мне кажется, подходит под вот это вот платье. Просто я тащусь, на самом деле. И надеюсь, вам очень тоже нравится. Если нравится, поставьте пальчик вверх. Если нет, ну, вниз поставьте. И комментируйте, что бы вам хотелось. Буду стараться. Ой, прости, дорогая, прости. Все, ребят, пока-пока, до новых встреч. Кто не подписался, подписываемся. Пока-пока.